снова морозное утро у меня. Я уже двигаюсь в авторемонт. Вчера позвонили, сказали, что там еще два диска лопнувших. Они должны были там сменить колодки просто, но сказали, там есть трещины. Поэтому сейчас едем, смотрим. Ну и, скорее всего, придется ехать искать еще два диска тормозных. Ну, поэтому вот такое вот утречко. А в Благовещенске нашел только один авторемонт, кто может делать именно полуприцеп, что у них хватает места, чтобы они въехали. Это вот авторемонт Хитавто, который в Чигирях. Потому что у всех остальных просто банально нету места, чтобы прицеп просто загнать. Вот, поэтому, ну как бы вот так. По шторе по этой нужно было сделать еще электрику, но что-то я так думаю, что скорее всего тормозные диски я сегодня не отыщу, и поэтому его придется гнать еще раз, потому что в любом случае еще ставить нужно суппорт, обратно будет обслуживать направляйки, и поэтому электрику буду делать потом, а когда загоню рефрижератор, то там тоже буду делать еще электрику, ну, сам. Ну и все, кто вот спрашивали, где я делаю, вот Хитавто, поэтому если что-то нужно будет, едьте, делайте, но на свое усмотрение, поэтому хотите — делайте, хотите — нет. Машин тут прям куча стоит. Вот он мой суппорт один остался без кобыл. Так, а тут, ой, да, тут диску тоже трындец, весь в трещинах. Ну да, надо тоже его менять. Ох. Так, и вот это еще тоже. Тут что-то... Так. Ну, диск ржавый, под этого, но не видно, если там трещины. Вот так он вроде ровный. За тормозным диском сейчас еду, вообще хрен знает куда, на окраину города. Сказали, там типа склад у них. Он есть на складе. На 400 рублей стоит больше там, где я брал. Но там, где я брал, они будут только после обеда сегодня. А там уже разбирают ступицу. Надо сегодня прицеп будет выгнать с бокса. Поэтому, в общем, как-то вот так. Еще у нас проблема с запчастями в том, что если у тебя есть какой-то номер по конкретно, там, к примеру, марки, да, запчастей. У нас мало кто ищет именно, в смысле, кроссы какие-то, чтобы найти аналоги. Обычно просто говорят, нету, и все. Ну, потому что лень искать или что, ну, не знаю. Что вот ребята мне одни ищут, даже вплоть до того, мне нужна была вчера скоба. Быстренько все, в смысле, померили в интернете, нашли размеры суппортов, нашли размеры скоб, померили, в смысле, посмотрели, узнали номер, вот, но у них скобы этой в принципе нету даже под заказ. Но был номер, сделали, а заказ к концу недели должна приехать, будет скоба. И вместе со скобой сразу приедет ремкомплект направляющих. Дособирают суппорт, поставят его на новое направляющее, диск там уже новый, тормозная камера новая, поэтому поставится все это там в течение, в смысле, часа, и все как бы отлично будет ехать, поэтому как бы вот так. Ну что, попытка номер два у меня — поехать поставить машину на учет, но сегодня мы едем в соседнюю деревню, как там, едем в соседнее село ставить машину на учет. Машина еще не успела прогреться, поэтому двигаемся, в смысле, пока тихонечко, то нас выгнали просто из гаража,
поэтому потихо двигаю пока на прогревочных, в общем, короче, как-то вот так. Представляете, ни одной ошибки нету, даже по габаритам теперь, вообще просто нету ничего. Восклицательный знак, вот это сказали, горит у всех и всегда. Ну-ка, сейчас мы попробуем, включим габариты. Оп, освещение номерного знака, ошибка. Ну, там я снял лампочку одну. Там тоже, главное, стоит две, блин, лампочки на освещении. Одна вниз, одна вверх. При том, что та, что вверх, она просто там горит. Ну, просто, типа, лишняя лампочка. То есть, по мне, это какая-то дурость. Ну, вот, короче, одна ошибка только по габаритам. Включили туманочки, вот, как коробка у нас прогрелась. Начала переключаться, поэтому можно потихо двигать дальше. Смотрите на зее, какой лёд тут стоит. Здесь сломанный и подломанный. Мне до Тамбовки ехать 40 километров, короче. Время 2:30, у меня запись на 3:45. Надо нам быстренько проехать пост и двигать быстренько в Тамбовку. Потому что я там, честно, я там ни разу даже не был. Открыли мост новый через Зею. Здесь сейчас вообще никого нету просто. Машин, особенно легковых, очень мало. Потому что все сейчас едут вон там, по новому мосту. Это прям радует. Здесь реально сейчас, в смысле, ездит одна спецтехника. Ну, наверное, кто во Владимировку, типа, вот сюда вот ездит. Ну и кому через театральное кольцо будет куда-то, в смысле, ближе ехать. Но сейчас еще, наверное, на новый мост едут просто из любопытства. Глянуть, что там и как. Надо, кстати, будет, ну, тоже съездить, как-нибудь глянуть. Спортивный клуб «Медведь», село Владимировка. Ой, а нам нужна Тамбовка. Песни уже такие прям играют. Новогодние. Чувствуется, что скоро Новый год. Смотрите тоже по расходу, вот она, когда едешь, ну, все ровненько, по ровной просто в трассе. Расход вот от 15 до 18 литров, как бы вот так вот, в смысле, скачет и все. Если вот все было бы вот такого ровненько, вообще была бы просто красота. Приехал я, в общем, в Тамбовку, в МРЭО, там какую-то тачку он осматривает. А мне сказали, надо, главное, заехать на стояночку, короче. Тут у них стоянка такая, даже вон есть машины. Место для неисправных авто даже. А, короче, здесь где-то нам запарковаться удобненько. Будем идти на отметочку, короче. Ну и все, инспектор к нам пришел, глянул все, короче, бумажки. Говорит, все отлично, сверил номера. Пришлось нас поднять кабину. Номер здесь. Нужен был номер еще движка. Все, сверили. Можно идти оформляться. Номера сказали, надо снять. Вот этот-то легко снимается. Один есть. Сейчас надо как-то второй еще снять. Задний. Это у меня даже с собой ключей нету, да, а он здесь вот 10-й ключик. А будем отламывать. Просто сейчас отломаем номер, да и все, короче. Сотрудники вот добрые, дали даже ключики. Идите, мол, откручивайте. Сейчас варежки оденем, будем откручивать. Сюда какой-то номер крепкий, блин, попался. Вот это вот мне нравится. Болтики просто разломались и все поотваливалось. Поэтому прям достойно. Идем, сдаем. И будем новые номера получать. Вот это вам нормальный сервис. Ну все,
выдали мне номерки, новую сорочку 421. Кто встретит, бибикайте. На улице уже темень, короче. Я только все сделал. В общем, веселуха прет. Ну, двигаю все в город. Теперь уже на собственном автомобиле, оформленном по закону. Выписали мне штраф 1500 рублей за несвоевременную постановку на учет. Надо будет оплатить. И косячок, что у меня сейчас стоит только передний номер, а задний вот он как бы у меня. Сейчас будет пост ГИБДД, лишь бы чтобы все, короче, окей было. Короче, двигаем домой. Нам надо сейчас еще съездить в цех, сдвинуть прицеп. Все, короче, сделали, все там отлично. Надо будет его подвинуть сейчас только, чтобы его помыли, чтобы он сегодня просох весь, и завтра уже можно будет его забирать. Ну вот уже и въезд опять в город, с вороток на Китай, на границу Каникурган Хэйхэ направо, а чуть дальше будет съезд на новый мост. Сейчас вот машин там очень много едет в город, я сейчас думаю, большая часть свалит на новый мост. И мы поедем чисто грузовичками дальше прямо. Ну вот опять съезд на Горького уже, на новый мост. На улицу Горького. Но грузовикам туда путь закрыт. Но легковушечки прямо в смысле бодренько все уходят направо, 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 направо. Ну, а мы поедем прямо. Ну, направо, кстати, еще и меньше ехать. 7,5 всего километров. А здесь 9,5. Ну, вот видите, все валят. И знак стоит. Грузовичкам нельзя. Ну, а мы вот грузовичками поехали прямо. Вот. И оттуда все как бы валят. В общем, дорогу здесь нормально прям разгрузили так. Вот и город. На сегодня заканчиваются мои приключения. Какой-то смысл, трактор стоит сюда. Новый-новый Благовещенск. Едем, ставим машину. Ну и завтра будет новый день. Будет новая порция интересных дел от Кучерявого. Надо было, блин, так попасть на поезд в городе. Ой, стоим вот, ждем, пока уедет паровозик в деревню Ромашково. Отвез уголь, наверное, на ТЭЦ. И вот валит с пустыми вагончиками. Домой меня не пускает.